было видно, слышно. Подходите, ребят. Ждем всех. Так, ребятки, у нас кто-то из детей потеряшка. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, дорогие ребята. Ребят, вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, какой сегодня праздник? Россия. Молодец. Ребят, скажите, пожалуйста, вы прекрасно знаете, как выглядит наш российский флаг. Знаете? Скоро включите. Белый, синий, красный. Умница. Молодец. Сегодня у нас с вами в 11 часов мы начинаем рисовать на асфальте. Все ваши рисунки будут посвящены Дню России. Ну, а потом мы посмотрим нашу картинную галерею на асфальте и перейдем к плавному концерту творческих коллективов детских. Итак, прекрасно. Значит, сегодня наша страна отмечает День России. И сегодня мы чествуем нашу страну, великую страну, с ее традициями, с ее историей, с ее народами и с ее победами. День России – это день величия нашего государства. Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя – Россия. Ребят, давайте с вами немножко подумаем и ответим на вопрос. Как вы думаете, почему наша страна называется Россия? У кого готов ответ, поднимайте руку. Взрослые могут помочь. Почему наша страна называется Россия? Вот у вас очень активная группа девочек была. Честь Волги. Так, хороший ответ принимается. А вы как думаете, почему наша страна Россия называется? Живут россияне. Так, согласна. Очень здорово. Еще будут варианты. Ну, а я вам вот такое стихотворение еще прочитаю. За ясные зори, умытые росами, за русское поле с колосьями рослыми, за реки разливные в пламени синим, тебя по-славянски назвали Россия. Росы, Россия, роса, русские – все это слова одухренные. А будущее нашей Родины – это вы, наши дети. А теперь слушай внимательно, отвечаем на вопрос. Кто с учебой дружен? Кто с учебой дружен? Кричать можно. Я. Нам сегодня нужен. Кто со сказкой дружен? Я. Нам сегодня нужен. Таким ребятам хвала и честь. Такие дети сегодня здесь есть. Тогда давайте поприветствуем друг друга. А как могут люди приветствовать друг друга? Кто знает? Отвечайте. Привет. Отлично. Давайте потренируемся, как мы дружно с вами кричим. Привет. 3, 4. Привет. Отлично. С улыбкой солнце дарит свет, нам посылает свой... Привет. Громче, громче. Привет. Отлично. При встрече через много лет вы крикните друзьям... Привет. Я вам даю один совет. Дарите всем друзьям. Что-то приуныли, давайте погромче. Давайте дружно все в ответ гостям мы скажем свой. Отлично, молодцы. Вы любите рисовать, ребята? А какие краски нам сегодня понадобятся? Какие цвета? Белый, синий, красный. Правильно. С вами праздник рисунков на асфальте, и рисовать мы будем нашу Родину. Рисовать можно все. Привет. Рисовать можно все. Можно рисовать реки, можно рисовать флаг российский, сердечки, матрешки. Символом в России нашей является береза. Природу можно рисовать, все что угодно. Итак, можно
можно рисовать цветы и поля луга. И вот мы сейчас попросим освободить вот эту замечательную дорожку для нашей будущей галереи. Ребятки, кто будет рисовать, подходите сюда к нам. Подходите к Ирине Ивановне. Ирина Ивановна вам сейчас раздаст мелкие. Ребятки, вот сюда идемте. Вот там удобнее будет рисовать. Сюда, скорее. Пойдемте сюда. Меняйтесь друг другу мелками, делитесь. Если у кого-то не хватает мелков, спрашивайте друг у друга. Вот сюда. Рисуем матрешки, сердечки, реки, озера, моря, горы. Все, что хотите. Пойдемте сюда, ребят. Можно вот сюда ко мне подойти. Делите с мелками друг друга, делите разные мелки. Можно мелки положить на асфальт и держите в руках, потому что вы спрячете мелок зелененький, а он кому-то понадобится. Делайте так, чтобы мелки видно было. Кто умеет матрешку сможет? Кто умеет? Тебя как зовут? Артём, что ты рисуешь? Thank you.
мусорницы, поэтому все свои салфеточки бросаем только в мусорницу. Так, Алёша, это твой рисунок. Расскажи, что ты нарисовал? Рисовал. Авария цыганка. Игрушка. Варюш, вы молодцы. У вас получился такой красивый коллаж из картинок. Ну, все вы охватили. Российский флаг, солнце, и слово «Мир» написали. И животных, и растений, и природу российскую. Молодцы, ребята, молодцы. Так, как тебя зовут? Юля. Что ты нарисовала, Юля? Отличный рисунок. Вставайте пока, ребятки, около своих рисунков, а можете со мной пройти вот до конца нашей картинной галереи. Но только не наступайте, пожалуйста, на наше произведение. Так. А вас как зовут? Варя. Варя, что ты рисовала? Вообще прям замечательно, умничка. Так, кто автор вот этого произведения искусства? Марина, что ты рисовала? Березку, матрешку, матрешку, гусь на волнах. Гусь на волнах. Вообще замечательно. Молодец. Все это возможно только в мирном мире, да? И солнце улыбается. Замечательно. Молодец, Даша. Кто автор вот этих двух произведений? Кто рисовал? Как зовут тебя? И что ты рисовал? Смотрите, ребят, у девочки платье триколор. Цвет плавы, да? Использовала свою рисунку. Так, хорошо. А вот это кто нарисовал? Взрослые? Молодцы! Ну, 5 баллов за такой рисунок. Так, а как тебя зовут? Настенька, а у тебя что? Отлично! Молодец! Я живу в России и люблю свою родину. Thank you.
подойдите, ребятишки, кто рисовал. И вот взрослый художник был, тоже подойдите сюда. Скорее, скорее. Ребят, я прошу вас всех поаплодировать друг другу. Какие вы молодцы! Громче, громче аплодисменты! Молодцы! Вот чтобы все ваши мечты и желания, которые вы отразили на асфальте, сбылись. Мирное небо, солнце ласковое, семья дружная. Чтобы все это было рядом с вами всю вашу жизнь. Конечно, многое зависит от вас. Как вы будете, что вы будете делать, к чему будете стремиться. Ну а сейчас Ирина Ивановна угощает всех участников нашего такого парада рисунков конфетами, сладкими призами. Входите, кто не получил. Замечательная картинная галерея получилась, просто заглянула.